Вчера в поселке Горный Щит под Екатеринбургом водитель кроссовера отвлекся на собственного ребенка и на зебре сбил чужого. Видеорегистратор в салоне Хонды, предположительно породы CR-V, бесстрастно зафиксировал все произошедшее. И сейчас фрагмент записи сотрудники ДПС приложили к протоколу в качестве неоспоримого вещдока. Все произошло на улице Буденного в 6:30 вечера, на скользком после дождя асфальте. 37-летний мужчина мчался со стороны улицы Кооперативной и, подъезжая к пешеходному переходу, о чем дорожный знак предупреждал водителей за 100 метров до зебры, трезвый опытный рулевщик, за плечами которого 19 лет стажа и пара штрафов за этот год не более, допустил непростительную оплошность, по-житейски понятную, но непозволительную за рулем. Он не мог не видеть девчушку, бежавшую по обочине, чтобы успеть на автобус, остановившийся на противоположной стороне дороги. 11-летняя девочка с заплечным рюкзачком дисциплинированно добежала до пешеходника и на зебре, не посмотрев налево, выбежала на проезжую часть. По словам водителя Хонды, в дороге его ребенку поплохело, и он отвлекся на него. К счастью, обошлось без серьезных травм и переломов. Девчушку на скорой увезли в Екатеринбург, в 9-ю детскую больницу. И там врачи диагностировали у нее ушиб левого плеча и правой стопы. После осмотра юную пациентку отпустили домой. Готовится к школе. Точно неизвестно, с какой скоростью двигалась Хонда. Но если судить по записи с регистратора, километров 50, не меньше. Иномарочник не притормозил даже перед лежачим полицейским. И заехал на бессветофорную зебру на всех парах. Рискованный маневр, и не только потому, что дорога была сырой. Сотрудники ГИБДД в очередной раз напомнили лихачам, что при скорости в 60 км в час автомобиль за секунду проезжает 17 метров.